Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале Мейстер. Мейстер, мы с вами поговорим вот о таком ноже производства американской компании Cold Steel, который называется FUMAX Scout. В конце 2019 года Cold Steel воплотили замечательный дизайн Эндрю Демка для массового сегмента, назвав его FUMAX Scout. Чем вызвали ажиотажный интерес к этой модели? Ведь за приемлемые деньги обладать самым прочным складным ножом в мире хотят многие. Вообще, когда самый первый FUMAX попал мне на обзор, я подумал о том, что если мне когда-нибудь потребуется сверхмощный складной нож, то, наверное, FUMAX будет самым первым ножом, который я буду рассматривать. Удручала только цена, но теперь с выпуском FUMAX Scout эта проблема решена. Накладки на рукояти ножа и спейсер сделаны из текстурированного материала гривари. Это недорогой, но очень надежный термопластик, который используют при производстве спортивного инвентаря, в автомобильной промышленности и машиностроении. В конструкции ножа использован знаменитый патентованный замок компании Cold Steel 3-Adlock, который, кстати, был разработан все тем же Эндрю Демко. Все тесты, которые проводились самой компанией Cold Steel или независимыми экспертами, показывают, что это самый надежный из существующих замков складных ножей, прочность которого в ряде случаев превышает таковую у некоторых ножей с фиксированным клинком. На этом ноже и пластина замка, и клинок сделаны гораздо более толстыми, чем на большинстве других ножей с подобным замком, что придает ему совершенно запредельную прочность. Расплата за такую конструкцию – это масса ножа, которая составляет целых 289 грамм, что как минимум в два раза больше, чем средний складной нож. Если нажать на пружину, то, конечно, клинок довольно активно пойдет вниз. Он довольно-таки много весит. Здесь очень важно то, что при такой ситуации он легко может сложиться вам на пальцы. Поэтому вы можете закрывать его либо двумя руками, ну что вполне безопасно, либо, если уж вам его очень нужно закрыть одной рукой, то закройте его как-нибудь вот так, спокойно убрав пальцы. Длина клинка этого ножа 102 мм, а общая длина в открытом положении 254. При таких габаритных размерах и массе нож вполне пригоден не только для режущей, но и для рубящей работы, при которой высокая прочность элементов его конструкции позволит не беспокоиться о дальнейшей работоспособности ножа. Широкий клинок ножа выполнен из стали AUS-10A и имеет толщину 4,8 мм. Сталь закалена до 59 единиц по шкале Роквелла, что далеко от рекордной твердости, однако позволяет сохранить очень высокую пластичность клинка. Клинок также выделяется весьма высокими спусками, благодаря которым в режущей работе нож проявляет себя гораздо лучше, чем большинство других ножей с аналогичной толщиной обуха. Впрочем, здесь нужно понимать, что режущая способность этого ножа по чисто геометрическим причинам гораздо скромнее, чем у тех инструментов, которые разрабатывались только для такой работы и не способны рубить. В конструкции ножа предусмотрен чрезвычайно развитый чойл, которым удобно пользоваться, когда нужно сделать мелкую и точную работу. Правда, учитывая размеры этого ножа, под такой работой подразумевается не заточка карандашей, а скорее что-то вроде тесания дерева. Ну, конечно, хочется немножко побрюзжать по поводу компании Cold Steel. Мне любопытно, они когда-нибудь научатся ставить хоть сколько-нибудь эластичные клипсы на свои ножи? Дело просто в том, что на карман средних джинсов, если надеть такую клипсу, то, скорее всего, вы за пару месяцев разрушите брюки. Ну, с этим, конечно, ничего не поделать, но все-таки клипсы Cold Steel приспособлены исключительно для какой-нибудь тактической одежды, хочется воскликнуть. Cold Steel, ну вы когда-нибудь научитесь делать нормальные клипсы? Общий обрез ножа выглядит классическим, что выгодно выделяет его среди довольно экзотических больших ножей Cold Steel. Благодаря своему внешнему виду нож не выглядит таким уж огромным, но при этом создает ощущение мощи, которое веет от небольших средневековых мечей или хороших топоров. Это дает отличное правдивое сочетание внешнего вида и реальных возможностей ножа. Этот нож кажется именно тем, чем является – мощным лагерным ножом в складном формате. Если рассматривать Cold Steel FUMAX Scout как функциональное устройство, то это нож для тех, кому при сохранении удобства ношения складного ножа необходима прочность, свойственная только ножам с фиксированным клинком и конструкцией Full Tang. Им можно будет удобно резать, рубить, делать щепу, пробивать отверстия, использовать его как фомку и выполнять много другой, самой разнообразной работы, которую вы только сможете выдумать для неприхотливого куска металла. При этом нож сохраняет внешний вид, присущий именно ножу, а не топору или лому, и это привлекает к нему всех тех, кто хочет обладать мощью и надежностью, пожалуй, самого прочного складного ножа в мире. Вот такой он FUMAX Scout. Большой нож. Настоящий. А с вами был Заливаха, специально для канала Мейстер. Пока.